Камни-сепаратор CS150 Grimme. Сепаратор предназначен для сепарирования гряд. Данная машина занимает промежуточное место в каменной технологии между грядообразователем и сажалкой. Процесс сепарации гряд проходит таким образом, что машина поднимает пласт земли заранее приготовленной гряды, проходит через полиуретановые звезды и далее идет на транспортер. При этом более мелкая фракция сыпается вниз на саму гряду, более крупная фракция, состоящая из камней, растительных остатков, комков, переходит на комкодавитель. А между комкодавителем и основным транспортером происходит перемалывание всей фракции. В дальнейшем происходит также сброс более мелкой фракции на гряду. Далее крупные камни, растительные остатки могут сыпаться либо в междуряде, заранее приготовленные между грядами, либо более крупные камни и растительные остатки помещаются сзади в бункер. Пару преимуществ каменной технологии перед стандартной. Картофель садится в высокие гряды, заранее приготовленные в теплую почву, обогащенную кислородом. Вегетация растений происходит в более ускоренных темпах, и мы получаем картофель более ранний, более равновеликий. То есть уменьшается количество очень маленькой и очень крупной фракции картофеля. Преимуществом данной технологии перед традиционной является то, что уборочная техника убирает два ряда с данной гряды, не испытывает такого износа рабочих органов, как при традиционной технологии.